Назначение и выплаты пенсии, учет страховых взносов, персонифицированный учет. Это и многое другое работой занимается Управление пенсионного фонда в Губкинском. Структура создана 30 ноября 2001 года. Ранее пенсионными делами занималось Управление по труду и социальной защите населения. Затем функции назначения, перерасчета и выплаты пенсий передали в новое управление. Потом добавились другие очень много направлений, таких как ЕДВ, это ежемесячные денежные выплаты, это у нас материнский капитал. Потом в дальнейшем возложили на нас еще обязанность производить компенсацию на проезд неработающим пенсионерам. То есть постоянно, в общем-то, нагрузка на наших работников возрастала, но, к сожалению, сказать, не такими темпами возрастала численность наша. Управление обслуживает население города с численностью более 26 тысяч человек. Зарегистрировано более 2 тысяч страхователей. Из них 1054 индивидуальных предпринимателя, 1 нотариус, 10 адвокатов, а также 1057 организаций работодателей. Обработка поступившей информации от всех этих страхователей занимается Губкинское управление пенсионного фонда. Сегодня его коллектив насчитывает более 30 человек. Мы дружные, мы всегда все вместе, вопросы решаем вместе. У кого какие проблемы, там, если даже дома там, или по работе, стараемся помогать друг другу. С момента образования Управления пенсионного фонда и по настоящее время коллектив возглавляет волевой и грамотный управленец Галина Скобликова. Самым главным приоритетом в нашем управлении при приеме сотрудников остается и оставалось всегда, что мы не люди для нас должны существовать, а мы для людей. То есть мы должны сделать так, что люди уходили с легким сердцем от нас. Сейчас у нас очень много молодых работников. И, конечно же, наша задача, как говорится, быстро и качественно ввести их в курс дела, чтобы они научились, чтобы они работали, правильно вели свою работу, да, давали верную информацию людям. Ежедневно специалисты управления обеспечивают формирование, расчет и своевременные выплаты более 5000 пенсионерам, назначают около 1000 различных пособий. Основной задачей управления было и есть обеспечение средств на своевременные выплаты, а также разъяснение изменений в пенсионном законодательстве. Сложновато понять, да, язык пенсионного фонда. Пытаемся довести, пытаемся каким-то именно материалом таким раздаточным, брошюры пытаемся как бы вот каждому вручить гражданину, чтобы он сам хотя бы почитал, наглядно посмотрел. Также консультируем, доводим. А здесь им, конечно, большая напряженная работа предстоит. И на самом деле оно так и есть. Каждому угодить, выслушать, помочь – это не так-то просто, и вот целый день вот так работать. Помогать людям – благородная миссия, которую ежедневно выполняют работники социальной сферы. Сегодня их профессиональный праздник. Помимо сотрудников пенсионного фонда, эту дату отмечают специалисты управления соцзащиты, а также Центра «Елена». Благодаря их работе тысячи горожан ежедневно чувствуют заботу и поддержку. Елена Канина, Денис Гимп, новости Губкинского.